Так, итак, друзья, посмотрите, посчитайте, сколько по времени. Не знаю. Сейчас. Ну, подойдите. Мы находимся в деревне Барвиха, это наш овраг сзади. И мы с замечательной девушкой встречаем эти минуты. Как, сколько остается? Уже почти, сейчас 17:17, но через минуту уже все. Ну, объясни, пожалуйста, что это сейчас происходит? Сейчас происходит полнолуние, оно начинается в 17:18, и нужно загадывать желание или просто думать о том, что ты хочешь. Да, что друзья, такое? Я не знаю, во сколько времени вы будете смотреть это видео, но, по крайней мере, мы всем желаем добра, счастья и всего лучшего. Так, и все? Ура. Время прошло, да? Да, время прошло. Я думаю, что все. Вот, началось полнолуние, и каждый может загадать себе желание. И в течение часа он может представлять себе вот эту вот будущую жизнь. Но я, так сказать, на правах рекламодателя и режиссера этого видео расскажу о своей вкратце визуализации. Что я хочу? Ну, во-первых, я представляю себя, как я работаю в огромном офисе, в таком стеклянном виде пирамиды. Вот самая верхушка – это наш офис. Там находится бассейн, все в зелени. Все сотрудники в белом ходят. Я хожу в белом костюме, даю распоряжение. И мы делаем соборную социальную сеть России. Самый большой IT-проект за всю историю существования человечества. То есть мы делаем новый интернет для всех, а не для избранных. Потому что все будут равны. И вот такая визуализация потом происходит у меня дальше. Это за мной прилетает автомобиль, белый такой же. И я лечу в свой дом. Дом находится всего в 7 километрах в Барвихе. Ну, я и так здесь живу. Но машина зависает вот над этим лесом. И также над этим лесом висит мой дом. Потому что уже есть технологии, которые позволяют просто предметам летать. И вот летающие автомобили будут совсем скоро. Совсем? Да. Вот. Вы как считаете? Это вообще реально? Это реально, но насчет совсем скоро я вот не была бы так уверена. Ну да, мы не знаем сроки. По поводу, да, по поводу совсем скоро. Да. Но мы беседуем-то в непростое. Как бы время полнолуния, и мы загадываем желание. Ну вот это мое такое большое желание, причем оно не эгоистично, не только вот прям я хочу этого, я это предлагаю всем. То есть, естественно, этот проект придется возглавить Владимиру Владимировичу Путину, потому что все пророчества об этом говорят, что ему спасать мир, всю планету, всю вселенную, и он у нас будет вообще сначала ООН возглавит, а потом дальше будет еще интереснее. Это небольшой секрет. Вот. Но единственное, что мы твердо знаем, что счастье будет всем. Вообще. Мы нашли этот путь, который устроит всех. Это собор, это новое общество, это совершенно новый общественный договор. Вот так, друзья. Так. С нами удивительная девочка. Представьтесь, пожалуйста. Марина. Марина, да. У Марины хорошая, очень родословная. Она из потомских, так сказать, из Новороссийска, из казаков, из таких родов интересных. То есть они отличались очень, эти роды, такой честностью. И вот эту честность она пронесла сквозь года, сквозь поколения. И вот такой вот замечательный человек с нами. Да. Да, вот честность – это единственное, что от нас требует Вселенная. Больше ничего. Это вот это мы ей должны. Представляете? То есть человек может пройти этот путь, только будучи честным. Абсолютно. Пройти счастливым, потому что да. Чем больше лжи, тем больше. Да, к сожалению, это так. Вот, ну, я напоминаю, продолжается час вот этот, да, счастливый, happy air, да, назовем его. Да, этот счастливый час мы опять, да, ну, теперь мы мысленно пожелаем там
свизуализируем, кому мы очень благодарны, да, вот ты благодарна маме своей, старшей сестре своей благодарна. Младшей. Да, младшей благодарна. Да. Вот, и ты их, значит, сейчас прям подробно-подробно, значит, их представляй и старайся в своем сердце, прям, за что ты им благодарна, конкретно прям. И как ты бы была рада там их отблагодарить. Вот. Вот так вот мы проводим такую, значит, интересную медитацию, можно сказать. Вот. Я, естественно, маме благодарен, да, Любе, Стефану, всем вообще, Борису, Александре и всем вот своим там близким разным, кто мне помогает в этом непростом пути. Благодарен всем. Да, вы как? Да, чувство благодарности испытали, мадам? Да, у меня оно очень базовое чувство. Да. Я его очень часто испытываю. Ничего себе. Даже к людям, которые делают мне не очень хорошие вещи. В любом случае, это заслуживает благодарности только потому, что они открывают во мне какие-то эмоции, о которых я не знала. Да. И это дорогого стоит. Ничего себе. То есть это такая тренировка. Даже да. Если тебе делают плохо, ты все равно их благодаришь. Это очень серьезная опция, друзья, вообще. Это надо взять на вооружение. Вот откуда, так сказать, глубинная порядочность человека. Да, ну вот, значит, уже прошло 7 минут, как идет процесс, да, такой мировой вообще. Но у меня еще желание встретиться с Путиным. Я бы ему наконец объяснил. Владимир Владимирович, ну давайте уже прекратим валять дурака. Ну хватит уже, давайте браться за всеобщее большое дело, чтобы все были счастливы. Технологии сейчас позволяют это сделать. Раньше это невозможно было. Пробовали вот коммунизм построить, не смогли, потому что отвергли Бога. И